Седьмой сезон шоу «Холостяк» движется к экватору, поэтому борьба за сердце Антона Криворотова становится все жестче. Так, у главного героя есть уже свои фаворитки, среди которых можно выделить Лизу Адаменко и Барбару Саланс. С обеими девушками у него запутанные отношения. На прошлой церемонии роз Кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвало раздражение «Холостяка». Но он не стал обижаться на девушку, а сел к ней в машину и сказал: «Я просто так тебя не отпущу». После долгого разговора Антон не выдержал и поцеловал Барбару, которая не стала сопротивляться. В итоге они решили отправиться в аэропорт и улетели в двухдневное романтическое путешествие в горы на остров Мадейра. Там они разговаривали друг с другом и весело провели время. Так «Холостяк» поведал ей о том, что в детстве был хулиганом, рассказал о своих отношениях с родителями, а в финале привел девушку в дом, где проявил свои чувства и вновь начал целовать. Барбара тоже открылась мужчине. Даже после такого душещипательного разговора Барбара осталась непреклонной и решила уйти, сообщив, что если «Холостяк» захочет ее увидеть, то сможет найти ее в Москве. Развязка наступила в финале во время церемонии роз. После свидания с Барбарой Антон вернулся на виллу к девушкам и устроил новогоднюю вечеринку. На этой вечеринке девушки делились с «Холостяком» самыми сокровенными мыслями. С одной из девушек даже состоялся первый поцелуй. Церемония роз была очень жаркой и неожиданной для всех девушек. Церемония роз выдалась очень волнительной для многих девушек, однако почти все участницы получили свой заветный цветок. Не досталась роза лишь одной девушке – Карине. Причиной тому послужили сплетни и агрессивное поведение девушки. Уже после того, как Карина ушла, к девушкам вышел ведущий проекта Петр Фадеев и сказал, что сейчас их ждет сюрприз. И тут вышла Барбара. Свое возвращение она объяснила тем, что испытывает чувство к Криворотову. Поэтому она решила вернуться и принять от него розу. Большинству участниц такое поведение не понравилось, так как они видят в Барбаре главную соперницу. Позже они осудили девушку и сказали, что она не держит свое слово. Радости «Холостяка» же не было предела. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока!